Приветствую, дорогие друзья, это я, Ваня Сабраш. Мне сейчас 13 лет, я жду, когда будет модно про меня заставать. Начинает вот с... Как это будет отдыхающее? Нет, вообще, все равно, когда будет мод про меня сделать. На Фрадильной фанке, понимаете, так и 3 песни, или 4, и... Сцена будет вот настою мод, конечно, на русском языке сделают, и даже диалог сделают, даже все самодельно. Если будет это Фрадильной фанки на мод со мной, конечно, я создал на мод вызвать 95, даже скачал на это. Даже на Фрадильной фанке есть очки. Тоже есть ссылка в описании, которую вы должны скачать. А все удаленных. Первых Моника HD удаленных из-за фразы третьего. Вы сами понимаете, что по проблеме с этим. Должен сделать правильную. Но скоро будет катсценой. 3-4 песни. Первый это будет про мой канал, раз я буду рассказывать про них. Да, я против Girlfriend и Boyfriend, конечно. Меня буду создавать и каждый раз они просить. Да. Вот так вот. Сейчас будет вторая песня, которая это будет совсем по-другому. У меня будут подписчики, но не, просто... Просто будет вторая песня, называется это игры и сериал, конечно, и поэтому я играл и смотрел, и слушал музыки. А вы сами понимаете, что я хотел и третью песню, которая, вы понимаете, настолько это грустно, когда будет третья концерна. Они собираются уходить, да, будет очень грустно. Да, я нахожусь дома, я буду на фоне дом, они тоже. Вот, однако я нахожусь, не были родители, которые скучали по мне. Я вообще-то понимаю, что это сложно сказать. Вы понимаете? Третья песня называется... А в воспоминаниях детства, которое он обещал, И вот четвертое это бонусы форплей, это одна последняя бонусная песня, которая будет, и об этом же Бойфренд и Гёрфренд решили уйти со мной. Это уже четвертая песня, которая называется, это уже четвертая песня. Но называется, вот действительно, вы решили рассказать об этом хорошем концовке. Или лучшем концовке. Я скоро, он называется просто, вот, вы понимаете, надежды и мечты. Вы понимаете, но скоро будет новый мод на Фрадильной фанке и концерны новые, анимации просто они сделают и обязательно. Вот я же заставник, конечно. Но музыки я вообще умею, но с этим это на компьютере сделаю обязательно. Но помощники поможет. Даже на сайте Кей-банана я просто накину мод на Фрадильной фанке. Ждите этого. Может, ДК снят про мою мод. Конечно, если еще таким образом я сделаю. Даже если у меня на меню будет также фон со мной. Да, я же блогер, то это важно. Вашим... Конечно, я какой-то... Я принц. Просто принц. Я просто...
Я лучший блогер на свете на ютубе. Я ютубер такой. Но я снимаюсь 5 минут за записи. Так что прощай. Ну еще есть секретная песня. А в том, что ребята есть. Это вы ждали. Это я вообще буду. Да, просто хотел сказать, что это секретная песня, которая называется «Совсем пятый». Будет страшная, плохая концовка. Вы понимаете, это смерть обо мне. Это гибель из-за того, что это не вкусная, а совсем веселая. И это будет совсем... Ну, 45 песен и 43 концены. Ну и последнее в том, что и будет ваше... Будет... Диалоги будет, да. Так что ждите. И всем пока. Подписывайтесь на моем канале. И вот у меня вот с рабликой. Вы не понимаете, здесь вот... Кто-то с рабликой, не знаю, будто... Давайте. Подписывайтесь на моем канале. Ставьте лайки, колокольчик. И оставьте комментарии топовых и к победе. Популярок, конечно, если будет новый мод про меня сделать. Я-то, конечно, у меня сейчас 405 подписчиков. О. Но я вас обожаю. Всем пока-пока.